Добрый день. Мы опять приехали пилить. Вернее, Игорь пилить. Это пенечки с прошлого раза. Вот здесь он складывал. Но это на забор он хочет. Вот лежат. Вот конец соседского участка. И вот там. Получается, вот здесь будет забор. От того забора и до этого забора. Речка шумит. Сыро тут, болотина. Ух ты. Ну, потому что тут снег-то недавно растаял. И плюс еще сверху сюда течет. Каша, болото. Ай. Засасывает ногу. Ну, чувствуется сразу свежий воздух по сравнению с городом. Лиственница зеленеет. Ой, пахнет как вкусно лиственницей. Вот она, лиственница. Она вообще запашистая. Вкусно пахнет. Лес, лесок. Это, не пойму, елка или сосна. Вот это. Елка. Вот она большая. И рядом с ней тоже лиственница. Кукушка где-то далеко кукует. На речку сходить. У нас лес-то только-только начал зеленеть. Весна была затяжная. Снега много было. Что за травка такая интересная? Вот это вот на петрушку похоже. Вот это куст жимолости. Собирается цвести-то, нет? Наверное, вот это вот свисти собирается или что? Без очков не вижу. Дождик крапает. Фига себе, как здесь подмыло-то бережок. Вот стул стоит. В прошлом году вот здесь, вот возле стула, еще можно было пройти. А сейчас не пройдешь, вот обвалилась земля. Подмыло. Надо же. Тут страшно стоять, еще вот так вот раз и сползет, съедет. Кочки. А тут не такое, не сильное болото, прям чтобы болото-болото. Ну вот так. Друзья, до 1000 подписчиков осталось 32 человека. Подписывайтесь и приглашайте друзей.
Тут еще нужно придумывать, как ставить этот забор чистокол. Потому что здесь все-таки болотина, чтобы не размывался, чтобы не шевелился забор. Еще как-то надо думать. Ставить железные трубы, на них прикреплять вот так вот какие-то тоже доски. А потом уже вот на эти доски прибивать вот эти бревнышки. Мы-то хотели их вколачивать в землю, но здесь не получится. Тут трясина, болото. Так, здесь я пройду, не пройду. Вон сколько еще пилить, убирать. Ну вот тут уже сухо, тут уже нет болота. Хотя мох. Пролезу я там или нет? По-моему, нет. Сейчас посмотрю. Здесь и грибы растут. Но грибам еще рано. Так. Сейчас я буду вылазить. Не с той стороны я зашла. Здесь надо. Вот здесь вот был когда-то у них участок. Вот этот маленький кусочек. Что-то тут садили. Но это было давным-давно. Тут когда моя мама купила рядом дачу. Ну вот, вот там за забором. Теперь там сестра. Это было очень давно. Наверное, лет ну 25 точно. И вот с тех времен тут ничего не, и никто и не делал. Кукушечка кукует. Ух ты, так близко. Я как раз там прошла. Так, дождичек припустит. Пойду-ка я прятаться. Тут пока под деревом постоять. Подышать. Ну, вот Игорь там пилит, сразу ветки чистит.